Торгуют запрещенными лекарствами. Жители дома на улице Российской пожаловались на соседей, которые якобы продают запрещенный препарат. Этими кадрами поделился один из общественников. На съемке видно, как люди заходят в подъезд, а через несколько минут выходят и оглядываются по сторонам. За период наблюдения, по словам автора видео, злополучный подъезд посетило около 20 человек. Вместо сбыта приезжали даже люди с ограниченными возможностями. Позже общественник решил зайти в гости и к самому продавцу, но она перед носом закрыла дверь. Здравствуйте. Как вас дела? Позже к этой же двери подошли так называемые покупатели, но, видимо, испуганная женщина работать в этот день перестала. Не открывает это? Работать можно? Открывает. Теперь общественник надеется, что притон по продаже запрещенных к свободной реализации лекарств закроют. Автор разместил видео в соцсетях и готов передать полиции и даже дать показания.